Злополучный угол дома номер 16 по проезду Грибоедова обрушился вечером 12 февраля. По данным горадминистрации, аварийно-спасательная служба к разбору завала приступила практически незамедлительно. Напомним, первые признаки обрушения появились еще неделю назад, и тогда же сотрудники ГОЧС огородили участок дома. На месте работала межведомственная комиссия, а жильцам дома настоятельно рекомендовали съехать. Во вторник. На прошлой неделе мы провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где выслушали эксперта о том, что проживание в данном доме признано небезопасным. Оперативно было организовано переселение жителей. К настоящему времени остается опасность обрушения межкомнатных перегородок. Дом отключен от всех коммуникаций. Поэтому городские власти приняли единственно правильное решение в такой ситуации. После официального признания дома аварийным давайте готовить документы на снос. Мы с вами значительное количество людей переселили в маневренный фонд. Необходимое количество мебели, оборудования, все, что нужно для жизни людей – прошу закупить. Администрация города с первых часов взаимодействовала с жильцами по вопросу переселения. В качестве варианта предложила гостиницу маневренного фонда, а маломобильным гражданам – центры соцобслуживания. По решению КЧС на основе оценки экспертной организации дальнейшее проживание в доме официально признано небезопасным. Благодаря своевременным мерам по расселению пострадавших при обрушении стены нет.